будешь опять меня мучить. Я слишком хорошо знаю, что будет дальше. Хватит загадок, Рихтхофен! Неужели я Мара тебе отдал? Свой клинок, свою честь, свою душу. Все, что мы строим, будет разрушено. Но мы делаем то, что должны. Я буду драться, пока не испущу дух. В общем, как я понял, Рихтгофен списал весь свой план из той особой книжки, потом книжка передумала, и теперь она хочет нашей крови? Разумеется. Мы все срыжали доктора. Теперь судьба требует и нашей крови. Франция не видит Рихтгофена таким. От меча и погибнешь! Рихтгофен узнал того монстра в тюрьме. Я понял это по глупо удивленному выражению его лица. Я работаю с деревом быстрее, чем дятел. Темный и жаркий дар. А, это приятная тяжесть в области магазина. Колодец пересох. Срочно нужны патроны. Строю плотины быстрее, чем бобер под кофеином. Готово. В этот раз Рихтхофен превзошел себя. Ты был грязным пятном на ткани этого мира. А теперь на моей рубашке. Огромный, но необходимый труд. Мы включили свет. Я был уверен, что на того, кто повернет этот выключатель, обрушатся неисчислимые беды. Усилия. Я
Держись, созыв! Беги домой к своей упыри и мары! Благодарю тебя, Микарай! Нам надо так делать со всей этой драной тюрьмой! Подорвали, прибрались по домам. Ба-ба! Спасибо, Такео. Я боялся, что никто не придет. Мне было так одиноко. Появился из ниоткуда, а теперь прячешься в дыму. Да он трус. Эй, это же расправа. Да, Эмси знает толк в оружии. Я ничто не остановит, а? Они могли кончиться. Я же так экономил. Стихия, которая вас породила, вас и убьет. Держись рядом, Такео. Обещаю, я верну этот долг. Только без процентов. Не трать время. Я не боюсь. Максимум боеприпаса. Николай, я понимаю, что ты зришься на Рихтхофена, но не позволяй обиде погубить тебя. Мы все пришли сюда, чтобы исполнить свое предназначение. Такео, это не судьба, это Рихтхофен! Это он играет с реальностью и нашими жизнями! Я надеялся, уж ты это поймешь! Волчара! А, ничего страшного, песик просто хочет замятин. Позволь мне закончить твои страдания. Не толкаться, товарищи! В порядке очереди! Удвоение очко! Я тебе помог, Николай. Будь благодарен. Такео! Я знал, что ты меня не бросишь. Ага, снова в голову! Да там первый из русской стали! Такео, друг, но ты не можешь не чувствовать, что план Рихтхофена пустышка! Ну как ты можешь быть таким спокойным? В смирении нет слабости, Николай. Только смирившись с тем, что есть, можно выбрать, куда идти дальше. Шаг за шагом, момент за моментом. Вот это молот из серпа и молота. Злить меня, демон! Моя боль станет твоей! Тебе жестоко отказано в возрождении! Другой раз, упырина! В этот раз я не виноват, честно. Давай, Николай, вы должны выбраться отсюда. Духи этой тюрьмы тревожат тебя, Николай. Ты должен знать, что они тоже пострадали от рук коменданта. Я видел людей, прошедших ГУЛАГ. Смерть была для них избавлением. А здесь, Такео, кто даст им свободу? Мне страшно подумать, во что они превратились.
Да нас сила искоренят зло! Алькатрас! Восстань и приветствуй наших гостей, как положено! Что, уже все? Эта пушка ненасытна, как моя теща. Этот монстр вырубил свет. Как предсказуемо. Банзай! Жалкое создание. Изыди, маленький серп! Ты царапаешься, как котенок! Если Николай кому-то нужен, Николай еще... Такео, ты просто отрада моих опухших глаз. Когда кончится этот кошмар? Помогите, друзья! Клянусь, я этого достоин! Осторожнее, Николай! Демоны здесь повсюду. Мне уже лучше. Мы победим их, Такео. Почувствуйте мою ярость в своей плоти, демоны. Не стоит подкрадываться к воину. Вперед, товарищи, не заставляйте меня ждать. Капитей, если мы не хотим попасть в меню, нам здесь лучше не задерживаться. Принесите мне души! Только трусливый демон способен посрать зверей и драться вместо себя. Опять патронов нет! Да ну это какая-то прорва! Мои руки в синяках и пороховых ожогах, но я должен продолжать бой! Максимум боеприпаса! Какой мерзость! Нельзя оставлять жизнь!
Твое сердце еще бьется. Такео, ну ты самурай или закуска любви? Очки! Шанс отплатить кровью. Надеюсь, ты готов к бою, Николай. Такео, я знал, что ты меня не бросишь. Я уничтожу вас сирой небесного грома! Дэмси, а чё, куда нажимать-то? А, всё, нашёл! Спасибо тебе за шрам! Теперь я тебя нашёл! Но боюсь, так мы привлечём к себе внимание!